Приветствую подписчиков нашего YouTube-канала, а также людей, которых заинтересовал данный мотоцикл. Это Honda CBR 600 F3 97 года. Это уже рестайлинговая версия 3, которая отличается вот этой частью пластика. Мотоцикл без пробега по России, привезен из Нидерландов. Пробег данного мотоцикла 52 тысячи километров. Передняя задняя резина 16-х годов. Диски тормозные передние толщиной 4 миллиметра. При допустимом остатке 3,5 миллиметра. Вот маркировка. Колодки. Немного сложно увидеть. Позже напишу в описании остаток передних колодок. Вилка сухая, без запотеваний. Значит, заднее колесо, как я уже сказал, 16-го года. Здесь толщина тормозного диска свыше 4 мм. Допустимый остаток 4 мм. Тормозные колодки здесь не новый, но 80% остатка. Дополнительно здесь были установлены армированные тормозные шланги на переднем и на заднем контуре. Так, из косметических недостатков присутствуют на правой стороне вот такие царапины. Для тех покупателей, кого волнует вопрос с оригинальным, неоригинальным глушителем для постановки на учет, можем предоставить оригинальный глушитель. Он не от этого мотоцикла, но от данной модели. Уже можно без подсоса.
оригинальных ключа от зажигания. Сейчас покажу состояние топливного бака. Камера не очень хорошо фокусирует, но ржавчины внизу нет. Хотелось бы также сказать, что все мотоциклы мы можем отправить транспортной компанией. Отправляем преимущественно компании ПЭК, доставку до терминала компании ПЭК в городе Щелково Московской области у нас бесплатная. Стоимость доставки до вашего региона узнавайте на сайте транспортной компании. Мы по стоимости не отвечаем. По Москве, Московской области, ближайшим регионам к Москве можем доставить собственными силами. На эти вопросы мы можем ответить. Если ваш населенный пункт от Москвы находится далее, чем 400 километров, отправка только транспортной компании, либо попутным грузом какой-либо компании. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего дня. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылки на группу ВКонтакте будут под описанием к этому видео на YouTube. Всем еще раз хорошего дня. Спасибо большое за просмотр. До свидания.